Мы в Алентежу. Мы заехали в городок Монтемор-Унлору, и вот почему. Этот городок славится своим замком, небольшим, полуразваленным, небольшим историческим центром, и самое главное, это Бифана. Они здесь короли Бифана. В каждом заведении буквально можно купить прекрасную, вкусную Бифану. По дороге сюда нам попался местный алентежанец, которого мы спросили, где здесь находится Рей де Бифана. Король Бифана. Король Бифана, да, король Бифана. Это название, нам казалось, что это название заведения. Ну да. На что алентежанец Лениным на кепочке сказал нам, что здесь нет королей, у нас тут демократия. Очень, очень серьезно мне это говорить. У нас тут нет королей. Вот. Тогда мы спросили, а пожрать? И он сказал, вот это правильный вопрос. Идите туда, и вас там накормят замечательный Бифана. Наша Бифана, лучшая Бифана. Это правда, это очень типичное заведение для Алентежу, огромное старое кафе. Наверное, весь город сейчас здесь, потому что все остальные кафе по случаю 1 мая еще не открылись. А эта Бифана, она отличается от тех, что мне довелось пробовать раньше, абсолютно особенным способом приготовления. Свежайшая булка разрезается пополам, каждая половина обжаривается на сливочном масле до корочки. Само мясо Бифана, это свинина, отбивается до очень-очень-очень тонкого состояния, тоже очень быстро обжаривается, и все это подается горячим, невероятно, потрясающе просто. Это, я думаю, станет хорошей традицией, заезжать позавтракать Бифана в Монтемор-Унову. А еще здесь алентежанские цены. Да? Алентежанские цены. Да, конечно. Маленькие и очень некусачие.